Организация бесперебойного вывоза бытовых отходов с площадки у дома и решение вопросов, связанных с региональными программами благоустройства дворов при участии жителей. Эти вопросы беспокоят Марию Левкову. Женщина отмечает, что сразу подписалась на Вячеслава Федорищева во всех социальных сетях, оценила открытый подход к вопросам жителей и как только узнала, что появилась возможность передать официальное письменное обращение, сразу этим воспользовалась. Сейчас вот появилась возможность обратиться к ВРИО губернатора письменно, мы тоже ее использовали, это от управляющего микрорайоном нашим. Угу. Такая информация. Здесь официально получается, можно подать обращение, и процент больше, что оно будет услышано. Всего в городе начали свою работу 27 таких пунктов. Актуальные адреса общественных приемных можно найти на сайте городской администрации, а также на сайте телеканала «Самара ГИС». Приемные будут работать ежедневно с 9 до 18 часов. В каждом помещении будут работать волонтеры, которые помогут составить и оформить обращение. Есть определенная форма этих обращений. Мы подсказываем жителям, как их грамотно оформить, помогаем заполнить эти обращения и потом уже в установленном порядке направляем для их реализации. Если человек вдруг не может писать, мы сможем заполнить это за него, передадим его данные и это обращение обязательно передадим к исполнению. Напомним, поручение открыть такие пункты дал временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе рабочего совещания. Все обращения органы власти будут фиксировать и отрабатывать. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.